Это главный храм, который символизирует между собой, символизирует собой слияние церкви и государства. Это ненормальная вещь. Если вот тоже любимое слово «несправедливо». Она без с умом такая, направляющая все. Группа «Пустыря»? Да. Низкая панк-группа. Культуры такого, это никогда не вызывало понимания. Революция. Цель как художника, цель всегда менять в человеке что-то. Поскольку зацепили верующих людей. Нет, появляются люди, которые оправдывают это кощунство. Ибо нет у нас будущего, если перед святынями великими мы начинаем глумиться. Это место должно быть занято женщиной. Чем сильнее государство давит, тем больше противодействия. Мадонна уже она исполнила Like a Virgin. Почувствуйте с нами запах свободы.